А от військовослужбовці 128-ї гірсько-штурмової бригади Збройних сил України показали процес підняття українського прапора у звільненому селищі Нововознесенське на півночі Херсонської області. Цей населений пункт розташований в 5 кілометрах на південь від звільненого на початку тижня Високопілля. І просування Збройних сил України з півночі Херсонщини одночасно з розширенням Інгулецького плацдарму створюють для окупантів загрозу котла найближчим часом. Отак стверджує команда військових експертів Conflict Intelligence Team. Известный западный аналитик, который мы уже не раз его цитировали в наших сводках, который действует в Твиттере под никнеймом DevMon, он опубликовал очередную карту по части Ингулецкого плацдарма. И, соответственно, мы видим здесь следующую ситуацию. Как я сказал, украинские силы стараются его расширить. И, судя по всему, как и говорил Стрелков, они будут стараться дальше пройти на Береслав. Береслав у нас вот он здесь ближе к югу, на берегу. И, соответственно, мы видим складывающуюся опасную для российских сил ситуацию, когда у них с севера поджимают украинские силы, где в районе Высокополья, Любимовки. А здесь уже к югу начинают их отрезать другие украинские силы вдоль Ингулецкого плацдарма. То есть потенциально это может стать в будущем котлом для российских солдат. И, собственно, почему DevMon пишет здесь такую фразу «I would be worried if I was here», это как раз потому, что он имеет в виду, что типа, я бы беспокоился, если бы я вот был, находился здесь, между этих двух линий, между вот наступлением с севера украинских сил и вдоль Ингулецкого плацдарма, потому что вот-вот могут отрезать. Да, конечно, там еще есть какое-то расстояние до самого Береслава, там, по-моему, мы говорили, там, километров 40, но кто его знает, как, они могут и резко продвинуться, и тогда внезапно котел захлопнется.